Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак. Сегодня я решил устроить для канала прохождение Mirror's Edge. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что это за игра. Симулятор паркура, который был одно время весьма популярен в интернете после выхода фильма Ямакаси. Вот, и на волне вот этого популярности DICE и Electronic Arts, в общем-то, выпустили такую вот игру про девушку Фейт, бегающую по крышам такого вот города, совмещающего в себе как и утопию, так и антиутопию. То есть внешне город выглядит красиво, опрятно, в нем все вроде как в порядке, но какие-то подпольные нехорошие вещи в нем постоянно происходят. Вот я эту игру проходил неоднократно. Вот, хочу для канала просто сделать прохождение перед выходом второй части. Ну, как второй части перезапуска, наверное. Вроде как это продолжение будет сюжета, но тем не менее. Называется оно просто Mirror's Edge. Catalyst, по-моему. Ладно, поехали. Новая игра. Давайте играть на нормальной, потому что... Я уже проходил эту игру не один раз и на высокой, и на легкой, и на нормальной, короче, на всех сложностях, поэтому сегодня не будем париться. Хочется пройти ее побыстрее, потому что игра выходит 2 числа уже, 2 июня. Понеслась. Когда-то этот город лучился энергией, темный и опасный, но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Потренироваться, а, Фейт? Да, я знаю, ты этого не любишь, но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста завершает твою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Я можно пропустить обучение? Я вот уже 100 раз это все делал, не хочу тратить на это время. Хотя, на самом деле, вот как раз таки... С драком у меня могут быть проблемы. Прикольная игра, дает определенное ощущение вот этого бега по крышам безостановочного скорости и высоты. И панорама города мне здесь всегда нравились. Финансовый квартал, 13.58. Я не буду собирать всякие секретики, разбросанные здесь по уровням. Но... Просто не хочется тратить на это время. Здесь можно довольно прикольные трюки выполнять. Вот, я сейчас, наверное, не вспомню, как именно. Я буду учить медленным и унылым.
Короче говоря, весь здесь прикол в том, чтобы сохранять скорость бега, и все. Если ты притормозил, то уже ощущение от игры теряется, и она становится такой посредственной. Хватит мечтать, лес уже рвет и мечет. Ой-ой. Почти у антенны, всего лишь передай сумку, остальное ее забота. Да-да-да-да-да, я бегу. Что ты на меня орешь? Ой, вот эти вот прыжки, на самом деле, местами бывают не очень хорошо сделаны. В том плане, что вроде как персонаж может дотянуться до... А, я забыл, как тут с разгона эту дверь выбивать. А, ударом, да. Сиди, ай, привет. Чё как? Вот так вот. Слейд, ты обнаружена. Вертолёт новости. Кстати, здесь, по-моему, лежит какой-то ништяк. Ой. Я забыл немножко управление. Так вот хотел сделать. Да, сумки всякие, вот это вот. Короче, оно ничего не дает. В плане геймплея это просто чисто коллектиблс. Но нам сюда. Ну, вот, если кому-то хочется перфектнуть игру. По возможности избегайте врагов. Обязательно. Ну, в драке здесь лучше не лезть. Ау. И выдумывай. Пиу-пиу-пиу. А, не стреляет меня. Да я бегу. Эй, где я? Ссылка. Да что ты говоришь? Озвучка, конечно, в игре не очень. Я решил не включать английскую версию, потому что лень возиться. Куда нам сюда? Красненькие подсвечиваются здесь объекты, направляющие наш бег. Вот, то есть она у нас Фейт своим мегазрением. Я забыл, как это делается. Ау, так. А, Болька! Нахер, оружие, мы не будем никого убивать в этой игре. Ау. О, сейчас меня вальнут нафиг. Ой, я не помню, куда идти дальше. В дверь, наверное. А, мне кажется, наверх надо забраться. Не надо, дядя! Дядя, одумайся! Это я какую-то херню делаю, честно. Подожди. Не стреляй в меня! Я хороший! Кажется, нам сюда. Уи! Меня попали, правда, раз 200, наверное. Ну ничего страшного. Эй, кидай мне сумку. Эй. Чумодан этот. Так, пакет у меня. Осторожней, они не шутят цел. Все путем. Черт. Сваливаем. Сваливаем. Да беги ты, что ты тормозишь-то, ну? Никак не могу скорость набрать. Да. Опа-на! Полетели. Сейчас они меня расстреляют, как мишень вообще. Начали палить. Что же, черт возьми, происходит? Я порасспрошу людей. Тащи свой зад обратно на базу. Фейк. Тащи свой зад, ёпта! Надо вот так вот говорить. Повторите, офицер Коннорс! Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс! Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, Мерк. Порю сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь.
Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Всем подразделениям прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! Связи. Подключай канал, следи за мной. Такие тут, в общем-то, рисованные мультики вместо кат-сценок. Не знаю, почти с какой целью. Как решишь сообщить мне, где ты и что, черт побери, происходит, я весь внимание. А он весь внимание. Ладно, посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного. Дай мне ходить. Нам надо добраться до этого здания. Здесь никакого прям указания цели нет визуально. Но мы, в принципе, как бы видим, куда надо идти. Самое прикольное здесь, когда ты вообще не останавливаешься. Ой-ой-ой, не так и не останавливаешься. Так ты, я останавливаюсь. Тихо-тихо. Я не помню просто некоторых моментов в игре. Но кажется, ой. Если здесь так вот разогнаться... то можно перепрыгнуть, ага. Ой. Ать. Ногти-то у него накрашены. Крейг говорит, на Вест-Арланд поднялся шум. Там офис Поупа. Туда-то нам и надо, но без глупости. Чёрт его знает, чем ты столкнёшься. Чёрт его знает. Куда бежать? Куда пойти? Ты же знаешь, что он блокирует... Твою мать! Я знаю, что я... Кишки по улице все размазала, блин. Куда? Чё? Где я? Чё так далеко-то? Я говорил, что я много раз проходил эту игру. Угу. Зря поверили. Самолет летит. Я, на самом деле, здесь не такой простой паркур, если вот, не играть в него постоянно. Я знаю, что есть люди, которые спидранят эту игру, но... Но. Я к ним не отношусь. Просто здесь нужна определенная привычка. Итак, Дрейк говорит, на Вест-Арланд поднял ты чё ты упал? Там офис Поупа. Да залазь ты, ну! Без глупости, чёрт его знает, чем ты столкнёшься. Так. Нам надо туда перепрыгнуть, на самом деле. Ты же знаешь, что он блокируется в мэры? Я, наверное, что-то не так сделал, но... Вот так вот надо было. Ага. Так она иногда хватается за... двери. Ой, за двери, за поручни. Иногда нет. Что я делаю? Да, отстань ты, ну. Я в курсе. Кнопку жамкай. Я вообще не думаю. Выпустите меня! Выпустите! Попялимся на свои ноги. Ой-ой. Кейт, что ты здесь делаешь? Что случилось? Это ты? Нет! Так ты его не узнаешь, да? А должна? Это Роберт. Роберт Поуп. Папин приятель. Черт, тут Поуп. Он позвонил мне. Мы почти не общались с тех пор, как я стала копом. На прошлой неделе к нему вломились. Он ведь баллотируется. Ты не читаешь новости? Это уже не новости. Это реклама. Он избирался в мэры. Значит, взлом должен был сильно напугать его. Я тоже так подумала. Но вот что странно. Он рассказал мне о взломе, попросил прийти, а потом спросил. Правда? О тебе. Я не видела его, наверное, лет 10. Как бы там ни было, он был еще жив, когда я приехала. Сидел за столом, что-то писал, а затем я отключилась. Когда пришла в себя, он был уже убит.
Уверена, из моего же пистолета. У него на столе был ежедневник, он исчез. Не знаю, был ли кто-то еще в здании. Я оставила рацию в машине, даже не успела еще ничего сообщить. Ясно, пошли со мной, отведу тебя в безопасное место. Сейчас не время бежать, я не такая, как ты. Бегство только подтвердит мою вину. Думаешь, это случайность, Кейт? В этом городе нет места случайностям. Кто-то хотел убить его, а из тебя сделать козла отпущения. Помоги мне, Эйфи, пожалуйста. У тебя есть знакомые, тут что-то очень серьезное. Что-то, о чем он знал, о чем хотел рассказать мне. Я не могу влезать в это, Кейт. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Отлично. Я не могу. Копы на подходе, Фейт. Думаю, ты захочешь свалить оттуда через... Ага, сейчас. Я попробую, Кейт, окей? Если начнутся проблемы, найди лейтенанта Миллера, моего начальника. Расскажи ему все, что знаешь. Я серьезно, Фейт, они шутить не будут, ты понимаешь? Проваливай оттуда. Уходи! Fuck off! Спасибо за все. Да времени нет, ты чё вообще? Хоть обнимашки делать. Потом еще наобнимайтесь. Азиатская семейка. Так, все. Копы уже начинают вылетать, это я помню прямо отсюда. Да отстань ты. Чё? Я что делаю? Не пытайтесь покинуть здание. Почему? Я хочу. Так, вот тут бы еще вспомнить, куда бежать. Не так-то просто, на самом деле. А главное жамкать пробел. Он должен вывести. Так, что-то здесь... Выход через финансовый отдел. Выход через финансовый отдел. Так, я не помню, что делать. По-моему, куда-то сюда. Где финансовый отдел? Или там туда? Да ладно, ты что ты стоишь, ну? Да. Ой. Что-то я заблудился. Эй, ты что падаешь? Эй, что-то не помню, куда идти, реально. Я всегда здесь в этом моменте тупил. Здесь где-то, да, вот выход есть. Вспомнил. Я помню, что куда-то тут не очень очевидное место, но можно выйти. Сейчас они начнут еще по вентиляции, по-моему, стрелять. Наркоманы. Проклятые. Ау. Иди давай. Да тебя убьют же сейчас. Что ты делаешь? Не пытайся бежать. Я уже сбегаю. Пошел ты. В смысле? Оно не открылось. Это тупо. Ой, ладно. Сознаюсь, нихера я не умею в это играть. Обожаю этот момент. Блин, он сейчас не угандошится окончательно. Бежим нахер. Твою мать! Это больше похоже на правду. Эта птичка не шутит. Тащи свою задницу к зданию СЭП. Я постараюсь вытащить тебя оттуда. Так, куда там дальше? Ну, главное бежать. Не важно куда, главное, чтобы можно было бежать. Пшшш, мягкая хрень. Да ты хватит орать на меня, придурочный. Так, а куда дальше? В закуточек. Там, кстати, секрет, судя по всему. Но мы его брать, наверное, не будем. Может, и будем. Куда идти-то? Ой-ой. Подожди, наверное, туда. Залазь давай. Не тормозись, не кресни. Как они, блин, успевают за мной? Они ж не паркурщики. Пиу-пиу-пиу. Не дожишь, не можешь мне попасть. Пока еще тут паркур достаточно простой. А вот дальше пойдет жесть вообще. Так, куда идти? Нихера уже не помню. О-о-о-о-о-о-о! Ничего себе, вертолет меня изнасиловал. Хватит меня стрелять, мне же больно. Тем более с вертолетом, мракобес.
А, они хотят убить меня. Давай, давай тебе. Баба Люба, давай. Жми кнопки. Прикольно. Зубы не появляются. Да все, поздно уже, я уехала. Ох, можно перевести дух. Черт, ничего себе. Не могу поверить, что Боб убит. Гадство, чертов город. Так ты знала его, да? Зато в этой ты умудрилась влезть в осиное гнездо. Просто локализация жжет. Бессмысленные диалоги абсолютно. Они просто ни о чем. Затем несколько машин с копами едут к тебе. У тебя мало времени. Я понимаю. Ой, ой, ой. Уже лупят вовсю вообще. Двери. Что ж вы делаете-то со мной? А, они пытаются окружить меня, мать их. Но я не дам себя окружить. Вот это заварушка сходу. С самого начала игры начинается такой трешак. Так, нам надо в метро уходить. Велосипед. Давай хватай велосипед и поехали. Да я бегу. Чё ты докопался тут на меня? Я не помню, куда бежать. Он парит меня. Зачем он так делает? Кто? Крис? Я его не знаю. Я ему не доверяю. Он сдаст меня копом. Титурниан Плаза. Так, вот здесь вот я не помню, что делать. Они сейчас будут меня стрелять. Просто бежим. Они хотят убить меня, а мы просто бежим. Потому что я пацифистка! Залазь нахер! Залазь давай! Казах, куда бежать? Оп! Лестничка! Крига. Он Крига, не Крис. Такой! Ёпта! Так, вот сейчас главное... Не накосячить. Иногда она бывает не хватает. Бам! Оуч. Болька? Привет. Чувак, наверное, не ожидал такого входа. Чё смотришь? Руку дай. Ты молодец, Фейк. Я еще не разобрался, от чего у копов зачесались пальцы на курках, но узнаю. Такое вот начало. Довольно быстро игра начинается, только мы вроде как... Все было спокойно, мы переносили записки, а тут уже начинается трэш. Прячься, малышка. Я не знаю, что именно, но тут запахло жареным. Привет, Сэл. Тяжело было от них оторваться. Не, копы не поймают и собственные задницы. Но у них ты какая. Привычка палить во все подряд. Радио не затыкается про убийство Поупа. Копы бегают как ошпаренные. Что на них нашло? Наверное, кто-то вставил им пару пистонов. Ты осторожней там, Цел. Так отчего вся чехарда? Наша девочка увела улику с места преступления. Теперь, похоже, каждый коп в городе хочет поймать ее. Это та улика, что ты слямзила? Ага. Кажется, это слова из дневника. Все остальное пропало. Все, что я разобрала, это слова Икар и самой высоте. Икар — это грек какой-то, да? Точно. Его папаша смастерил пару крыльев из перьев и воска. Затем пацан подлетел слишком близко к солнцу. Нет крыльев, нет Икара. Если кто что-то и слышал, ты знаешь, кто это, Фейт. Да уж. Я знаю, что он уже не бегущий, но у него есть связи. Ты не можешь избегать его вечно. Поспорим? Ты о ком? Джек Найф. Дрейк засек, где спрятался Джек Найф. Он на одной из крыш, на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого коллектора. Правда, там все кишит копами. Поками. Следуй по каналу к Хэмптон Таун. Продолжается расследование. Тесно, я не смогу. Пробежать. Как-нибудь. Так не хочется делать это вот путешествие по трубам.
помню, что оно не очень прикольное. Не, видимо, нельзя. Ну ладно. Я уже как-то давно смотрел спидран, там было все так быстро и легко. Но с вами я его повторить не смогу. Какая досада. Вот эти вот прыжки на палки, они реально конченые, сделанные. Они хуже всего, по-моему, в игре работают. И я 1000 раз умирал, помню, когда проходил. Я же нажал shift. Что за жесть? Фейт вечно проблемы, блин, начинаются. Чуть что... Мы нарушаем законы города сразу же. Сходу. Своим существованием. Да я бегу, бегу. Пытаюсь, по крайней мере, бежать. Нас предупреждали. Но мы не слушали. Вообще непослушная девочка. А, снайпер. Ау, боль. Они делают мне больно. Своими лазерами. Лазерными указками. Забегаем за угол. Чтобы не отхватить. Уходи из канала, Фрейд. Тут неподалеку есть техники. Легко сказать. Что это было? Было странно. Куда? 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 В дырку. Крыска! Да блин. Крути давай. Бежим. Подтайся, даже не знаю куда. Здесь, по идее, сам бег, этот вот с препятствием, должен быть интуитивным. Ты просто бежишь, бежишь там, и вовремя успеваешь нажимать кнопки, и все получается хорошо. Но не всегда это происходит. Местами тут головоломные маршруты. Да опять что ли окружили? Команды. Им бы поокружать кого-нибудь. Сейчас мы спустимся в каналышку. Что такое? Прыщей. Обана! Уже стреляет. Что ж вы стреляете-то безостановочно? А! Она должна была побежать по стене. Она не захотела бежать по стене. Или я не в ту сторону. Я не в ту сторону пошел. Ну, что висим-то? Бежим по стене. Паркур! Все отваливают. Похоже, тебя не заметили. Все. Тебя не заметили, конечно, да. Такая прям незаметная вся из себя. Больше всего мне нравятся моменты, когда за тобой никто не гонится. Потому что, по крайней мере, можно хотя бы выбирать маршрут достаточно адекватный. Ну и просто наслаждаться видами. Получать удовольствие от игры. А не бежать, сломя голову. Да это я. Так, кнопарик. Тут теперь надо успевать. Пока оно поднимается и опускается. Прям чудовищные коллекторы такие. В этом городе, как будто они столько говна спускают вниз. Хотя, по идее, они предназначены для того, чтобы в случае подъема грунтовых вод не огрести. Так, вот это же откроется, да? Открывайся! Так я открыл же, ну. Дверка-то довольно серьезная. Надо сказать, сейчас меня будут выцеливать снайперы, если я правильно помню. Это будет очень неприятно, на самом деле. Ну, зачем ты так со мной? Ты ведь могла. Могла это сделать. Вот все-таки присутствует в игре определенная корявость при передвижении, которой хотелось бы, чтобы в ней не было.
Вроде бы ты все делаешь правильно, но вот персонаж иногда вот не долетает или соскальзывает почему-то. Это уже бесит меня, если честно. Да ладно. Я только начал, а меня уже бесит. Меня все бесит. Верните деньги, все бесит. Наконец-то. С пятого раза. Вот я нуб. Нуб, я позорился. Не надо падать. Не надо. Двигай дальше. Не надейся, что хопа обломится лезть сюда. Да я двигаю, двигаюсь. Что ты орешь на меня все время? Кто-то поймал на их канале. Похоже, они догадались, что ты тут вынырнешь и разместили впереди снайперов. Не надо снайперов. Они не очень. На самом деле, да, они больно стреляют. Их можно, конечно, атаковать и убить, взять снайперку и поубивать всех остальных снайперов. Я так делал. Но что-то в этот раз мне хочется поиграть в пацифиста. Никого не убивать. Зачем птичку убил, сволочь? Что она тебе сделала? Не надо меня поражать. Да блин. Ой, это, блин, боевка в ближнем бою. Она такая конченая, вот реально. Просто бредятина. Лучше бы ее не было вообще, честно. Ну, типа надо, когда красное оружие выхватывать у него. Ну, это так странно работает. Видите, да? Бред какой-то. Так, иди нахер. Своей пухой. Дал ему по лицу. Пошел дальше. Счастливо. Насвистывая. Но местами тут будет довольно трудно без убийств. Потому что там окружает вообще по-жесткому. Залазь, ну. Что ж ты делаешь? Оп. Прикольные у нее тапочки. Так, нам сюда или куда? Я не помню. В какую-то сторону нужно идти, но я не помню. Какую? Ну зачем ты это сделал? Какая-то она неустойчивая. Так, куда надо идти? Я забыл. По-моему, в ту дверь. А я просто развернулся, и она взяла и упала. Вот это вот, в этом вся игра. С постоянных случайных падений, которые... Ну да что это такое? Из-за них, в общем-то, для меня игра не стала любимой. Несмотря на то, что она прикольная, здесь все-таки куча таких вот моментов, которые раздражают. Так, что у нас дальше? Да. Нам туда наверх. Наверх надо. Йоло! Ау! Болька. Сюда же надо. Говнище сливается со всего города. В эту дырень. В ад, судя по всему, которая ведет. Тут выход коллектора на Хэмптон Таун. Твой выход, Пейн. Джек знает, где-то рядом. Он не будет подниматься. Жаль. Поехали. Да, сейчас мы выйдем, и там будет миллион копов, которые захотят нас убить. Это один из самых нелюбимых мной моментов. Когда стреляют вообще все вокруг. Это очень больно. Больно! Выше и выше. В смысле? Ну что-то не ухватилось.
Зачем? Надо было на лестницу, видимо, прыгать, а не на бортик. Выключай нахер. Так. Ох, кое-что я, конечно, помню в плане маршрутов. Но вот в плане именно управления я, конечно, еще не разыгрался. Пип. Мы же должны ехать вверх, не? Или я должен подойти к краю сначала? Чё-то не понял. А, идиот. Ладно, проще спрыгнуть вниз, чем дожидаться его. Уи-и-и-и-и-и! Там и вода внизу, я не разобью. Жми кнопку. Ну, чё б не этой подняться? Так, сейчас меня будут убивать. Смотрите, сколько их. Все они меня ненавидят. Жестокие люди. Не надо, у них дробовики, блин, это вообще боль. Страдание. Засадить могут только так. Залазь, что ты, блин, тупишь? Пара выстрелов из дробовика и все. Вот так вот, например. Так, вот дальше я не помню, куда идти. Куда идти? Чувак, отвали. Тут еще какой-то есть... Ау! Есть какой-то рефлекс, типа замедление времени. Я нихера не... Мне нам туда надо было, где машины. Я вспомнил, но уже слишком поздно. Запрыгнуть надо было через забор. Чувак, не надо. Отдумайся. Ау. Кто-то сундучок возьмем. Хер бы он нужен. Но возьмем. А, ну да. Да ты бесишь. Ой, ну ты бесишь меня, ну. Все, сейчас меня вальнут. Ну что, допрыгаюсь. Чуваки, не надо. Не атакуй меня, пожалуйста. Ау. Они атакуют меня. Зачем они так? Им придется еще круги нарезать. Круг нарезать. Сволочи! Ненавижу вас. Но если бы я играл на высокой сложности, меня бы уже, наверное, убили раз 30 здесь. Давай, Джефей, Джек Найт не будет ждать тебя вечно. Да рот закрой свой. Мерковский. Ненавижу тебя. Никакой пользы. Один вред. Тебя, дяденька. Пошли, пошли. Не надо идти. Не надо. Здесь я, по-моему, перепрыгивал. Вот, все. Довольно неочевидно, но... Похеру. Крыска! Пуп! Слушай, Джек Найт может знать что-то о смерти Поупа, только не давай ему злить тебя, лады? Ну, когда-то он был неплохим бегущим. Сейчас даже не знаю, на кого он работает. Когда-то. Какой этаж хоть показывали? Здорово. Ой, я что-то, видимо, прожал. Чтобы прервать диалог. Ведь я случайно, честное слово. Куда это ты бежишь? Чё ты там, пытался в позу встать или что? Залазь, тормозная. Жидкость.
ждет меня, подонок. На самом деле, как только ты к нему прибежаешь, он резко ускоряется, еще по дичи начинает бежать. Я видел просто, как чувак спидранил и обгонял его, а он такой хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Раз в 500 быстрее начинал бежать. Это так. И что вот это вот сейчас было с твоей стороны за кульбит беременной монахини? Ой, подожди, это же электричество. Наверное. Но не факт. Блин, надо было бежать поверху. Ждет, подлец. Что ты ждешь-то, ну? Сейчас он упадет, он навернется. Будем обходить. Ой, что я делаю? Что я делаю? Так, куда идти-то? Нахера я залез наверх? Подожди, я не успеваю. Так, ты сюда, я сюда. Проклятие! Озвучка, конечно, русская ужасная. Пончик без сахара. Навернулся. Чё, добегался, Вася? Так, вот здесь дурацкий момент. Здесь как-то можно... Ау. Здесь как-то можно... Да, вот так вот прыгать, короче. Но я не долечу. Ага. Нам нужно... Вот, вот это вот постоянно происходит. Вот эта вот блядская палка, торчащая из стены. Именно в этом моменте до нее хер допрыгнешь. Это так тупо. Тебе въелось, что ли, здесь застрять опять? Так, может мне просто... Да нет, если я туда прыгну, я убьюсь нахер, мне надо вот сюда. Наконец-то! Инвалидская женщина. Ага, shift я типа не нажимал, да. Ну иди, что ты встала? Ой, коза. Коза, мать твою. Да ты корявая, что ли, сегодня? Не, она устала просто, мы уже 40 минут бегаем, она устала. Надо отдохнуть. Сейчас мы добежим до этого дебила. И отдохнем. Ой, господи, все, она сломалась. Больше не хочет нормально бегать. Говорит, ну нахер! Такие приколы. Я отказываюсь так жить. Так, а нафига я сюда пришел? Наконец-то. Я знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, ты ослышался. Тебе нравится борьба, Фейт? Поуп был фанатом, серьезным. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Барфилда. Когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, где их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыба и покрупней. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Фейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек, найди ему расскажешь. Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт. Что бы ни говорила. Видишь его? Да. Он идет к своей машине. Лейтенант Миллер? Я Фейт. Кейт моя сестра.
Не знал, что у нее есть сестра. Мы не любим говорить о семье. Она просила найти вас, если дела пойдут скверно. Ее арестовали. А ты, случайно, не та подозреваемая, которая скрылась с места преступления? У меня проблемы с памятью, когда на меня наставлен пистолет. Я знаю, чего от тебя ждать. Вы в курсе, что ее подставили? Я знаю, Кейт не способна на такое. Но у моего капитана к ней есть несколько серьезных вопросов, а сам я не могу даже увидеться с ней. Вам что-то известно о штуке, называемой Кар? О чем? Он упоминается здесь. Это было в руке Поупа. Думаю, это из его дневника. Ты забрала улику? Кейт, вся моя семья. Копы в тюрьме долго не живут. Если ее посадят, это будет то же самое, что смертный приговор. Я не буду тебе мешать. Я многим обязан, Кейт. Но есть люди, для которых ты проблема, и тут я не в силах помочь. Тебе придется быстро бегать. В этом мне нет равных. Оп, испарилась. Возле метро Райдинг Парк. Там должен быть большой щит наверху здания. Ориентируйся на него. Слушай, я как-то видел бой Роуберна. Он сломал руку своему сопернику, а потом и судью размазал по рингу. Если Роубер действительно замешан в убийстве Поупа и подставил Кейт, он будет драться, а не болтать. А ты, кстати, слоумо я включил. Оно восстанавливается, если быстро бегать. Ладно, я думаю, на сегодня хватит. Достаточно я поумирал уже. Вот, Верка устала бегать, поэтому мы побежим дальше в следующей серии. А на сегодня все, с вами был Ведьмак. Всем пока.